Здравствуйте, уважаемые друзья! Не прошло и суток, как я получил от вас просьбу изготовить несколько попроще весняночку, не используя вот такие варианты крыльев. Давайте мы с вами сейчас и приступим. Так как я не повторяюсь, стараюсь, вернее, не повторяться, мы ее выполним немножко в другом варианте. Для этого нам понадобится, как обычно, берем иглу обыкновенную швейную, но нам нужно будет опять вот такой материал, который я вам показывал, полипропилен. Так как, учитывая то, что нагрузка на нашей мушке будет уже другая, мы с вами совсем-совсем немножечко должны взять полипропилена и закрепить на нашей игле. Закрепили иглу. Теперь нам необходимо без клея, без ничего, аккуратно выбрать так, чтобы у нас доходил до точки крепления наш полипропилен, и его хотя бы вот так немножечко, насколько позволит нам наша нить и игла, подхватить. Буквально сантиметра 3-4, ну вот до губок тисков, сколько нам нужно. Отрезаем наш полипропилен, нам он уже пока не понадобится. И аккуратно его теперь подхватим. То есть это будет та основа, которой мы сейчас будем крепить все основные элементы. Сильно не проматываем, так как потом будет тяжело нам снимать. Вначале я возьму, закреплю хвостовые придатки, те, которые есть у нашей мушки. Давайте сделаем их два. Выбираем, оторвали перышко охотничьего фазана. И с вами теперь в одной точке, пока их подхватим. Не разводим, ничего пока не выполняем. Просто прихватываем материал. Теперь нам понадобится немножко материал, который сложно доставать. Но в то же время, я думаю, вы его для себя найдете. Это вот перышки CDC. Я подобрал с трудом, скажу честно, так, чтобы вышло у меня два приблизительно одинаковых пера, которые у меня есть. Нам необходимо их сложить так, чтобы они были или вогнутой, или выгнутой стороной друг к другу. И теперь стараемся вот закрепить в одной точке, как обычно, вот так, раз, два. И берем теперь наши аккуратненько перышки CDC, и вот так протаскиваем почти до самой наших кончиков. Протащили. Здесь теперь аккуратненько все это мы проматываем. До того момента, где мы закрепили, до этой точки, где мы закрепили полипропилен. Теперь нам нужно будет выполнить сегментацию тела и изготовить тело. Тело само мы будем изготавливать из пера CDC. Значит, для начала мы разделяем наши хвостики на две равные части. Потом их будем с вами выгибать, подгибать, как нам будет удобно. И ту часть пера, которая, как вы видите, у меня наклонена вниз, я между хвостиками пропускаю его вниз, перо. Подравниваем хвостики, чтобы они не заламывались. И в этой точке подхватил, и теперь переворачиваем само перо CDC. И как вы видите, у нас с вами образовался вот такой первый сегмент нашего тела. Теперь следим, чтобы у нас не уходила никуда наша
горизонтальная плоскость, поднимаем одно из перьев, или верхнее, или нижнее, это уже не столь существенно. И теперь аккуратно начинаем сегментировать дальше наше тело. Пару оборотов вполне достаточно. Какое количество и сколько, это вы уже для себя экспериментально подберете сами. Вот у меня вышло приблизительно, так как мы нашу мушку будем вязать не очень большую, поэтому я считаю, что вот количество этих 4-5 сегментов будет вполне достаточно. Пока ничего не обрываем, не подстригаем, вот у нас достаточно. Все, сделаем здесь завершающий узел и переходим теперь к крючку. Крючок я взял F11, 8 номер. Так как у нас поддев будет крепление как раз в районе загиба, и желательно взять несколько большего размера. Но по сравнению с той мушкой, которую я вам показывал, мы будем изготавливать несколько мельче. Нам опять понадобится немножко специфический материал, вот такой как антрон. Я возьму совсем немножко, щепоточку своего шартреза флюо и белого, так как крылышко желательно, чтобы у меня было достаточно симпатичным. И обычно есть несколько вариантов, как кто заводит под нить, еще можно, допустим, завести вот так, как обычно делают. Можно подломить, то есть так, как вам будет удобно. Подбираем ту величину, которую мы еще, конечно, подрежем. Закрепили. И теперь я беру два вот так пучочка. Подхватываю спереди и начинаю, мне немножко неудобно, так как мешает материал, и начинаю вот проматывать, создавая здесь как бы вот такую небольшую ножку. Совсем немножко оставили, и теперь подрезаем так, чтобы они у нас были одной длины. Убираем наш материал, чтобы было удобнее работать. Разворачиваю наши крылышки влево-вправо и восьмерочкой здесь крепим. Стараемся придать им вот такое положение. И опять, как я уже говорил, для того, чтобы их слегка поднять вверх, промотаем у основания. Учитывая то, что антрон сам по себе материал предусмотренный для этого, чтобы можно было издалека видеть нашу мушку. Совсем-совсем немножечко нанесем клей на место крепления. Можно на нить. И промотаем, теперь будем крепить наше тело. Доходим до уровня, где начинается наше жало. И теперь будем вымерять ту величину, которая нам необходима для нашей мушки. Приблизительно обычно хвостик вместе с этим равен длине почти всего вот нашего цевья. Но учитывая то, что мы с вами будем изготавливать не совсем большую мушку, а несколько меньше, поэтому мы оставим и берем, сразу отрезаем все остатки. Остатки пера CDC не выбрасываем, потому что они нам пригодятся в дальнейшем для даббинга. И теперь крепим здесь притяжной петлей. Посмотрим длину окончательно нашего хвостика. Вот можно его еще выполнить несколько покороче. Посмотрели, примерили. В принципе, то такая длина меня вполне устраивает. И теперь я уже окончательно
прихватывая здесь наш материал. Как вы видите, несколько нетрадиционно, потому что жало крючка находится на середине тела. Это изготавливается мушка специально для того, чтобы у нее все опиралось на ёршик, а на наш хвостик, потому что у него плавучесть не совсем хорошая, вот, мало ее. Функция только лишь для поддержки мушки противопрокидывания. Вот и все. Теперь нам необходимо с вами, как обычно, найти перышко CDC или же даббинг. Но я обычно, учитывая то, что легче мне перышко CDC найти, закрепим здесь перышко. Теперь нам необходимо обязательно, для того, чтобы наше тело не прокручивалось, добавить немножко клей на место нашей нитки и хорошо пару раз, тройку раз, уведя бородки, промотать место крепления нашего тела. Поправим, подровняем. Вот как раз все меня вполне устраивает. И теперь я нить увожу перед крылышками. И как обычно, как в прошлый вариант, так и в этот, берем и аккуратно проматываем, создаем грудку. Одного перышка нам будет вполне достаточно. Следим за тем, чтобы наш антрон перо не захватывало. Если необходимо, можете использовать перодержатель. Можно даббингом, то есть так, как вам будет удобно. Помогаем рукой. И крепим теперь наше перо CDC. Закрепили. Не отрезаем, так как у нас вполне достаточно плотности и материала нашу ось. То есть хорошо ее здесь подхватим. Пока ничего не убираем, ничего не подрезаем. Вот у нас вышла такая симпатичная с вами конструкция, которая необходима теперь, что нам изготовить? Изготовить лапки. Лапки мы будем имитировать. Я скажу сразу, у меня для сухих мушек проблема с пером, поэтому если не всегда выходит симпатично, это не значит, что я так хочу. Вот я с трудом нашел вот такое перо, с которого мы будем изготавливать с вами лапки. Крепим его здесь. И насколько будет позволять нам наше перо, нить, чтобы нам не мешало, буквально пару миллиметров, не доходя до колечка, оставляем. Насколько будет позволять нам перо, выполним такое количество оборотов. В данный момент, чем больше, тем принципиально лучше, потому что точка опоры у нашей мушки будет значительно больше. Проматываю вот сколько мне позволяло перо, а теперь я по этому же перу, по ёршику, возвращаюсь к нашему колечку. Не доходя, как я уже говорил, пару миллиметров, берем теперь, крепим наше перо. Пару-тройку раз будет достаточно. Аккуратно вот так уводим все бородки, которые нам мешают. И здесь с вами уже изготовим симпатичную головку. Пока я ни лаком, ничем не вскрываю. Сделаем завершающий узел. Учитывая то, что это сухая мушка, пару-тройки оборотов будет вполне достаточно. Удаляем теперь нашу нить. И удаляем остатки пера. И теперь основной момент, кульминационный, который, как обычно, наши
многие вязальщики используют разные методы изготовления крылышек. Я просто покажу, как их можно немножечко привести в порядок, а вы уже для себя выберите, как вам будет удобно. Обычно берут и начинают подрезать влево или вправо. Я, как всегда, беру, наклоняю в одну сторону, в сторону загиба. Предварительно, как вы видели, расчесав наши материалы и удерживая два крыла, немножко неудобно, подрезаю так, чтобы у меня было под углом. Вот и все. Как вы видите, сейчас я опущу немножко вам пониже. И как вы видите, здесь практически крылышки наши имеют уже определенную форму. Видно их издалека. И вполне наша вот такая паденочка будет напоминать нашей рыбке ее кормовую базу. Вот и все. Величину крылья, ёршик, это вы уже подберете сами. Я вам просто показываю принцип изготовления этой мушки. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!